семена кабачка, растительные белки. Можно их замочить на ночь, утром измельчить на блендере с водой и получить шикарное кабачковое молочко. Процедить через ситечко его с большими дырочками. И будет такое белковое молоко сытное. Если добавить мало воды, то будут сливки из кабачковых семечек. Кабачок считается овощем красоты, а его детки, семечки, для молодости. Вот такие вот семечки кабачка. Можно их тоже употреблять, а не выбрасывать.